Луганск. Подъезжаем потихоньку к границе. Вот и завершается наше приключение в Калеке. Наше первое знакомство с границей Дарахутск. А впереди у нас Украина. Волынская область. Я правильно говорю, да? Оформились. Оттуда вы зайдете? Да, слева. Всем доброй ночи, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал. Где там стоят? Там транспортники стоят. Любомиль? Да. Любомиль стоят транспортники. Сейчас посмотрим. Что тут у нас впереди? Радары всякие, камеры. Выезды. Оформление 30 минут, ну до 60, а в Калеке 2 сутки. Хорошо. Ну, мы первый раз здесь. Итак, мы с вами направляемся сейчас в сторону Киева. 500 километров нам до Киева примерно. Потом оттуда мы будем ехать на Одессу. И там еще 500 километров. Сделали мы паузу 9 часов. Да, тоже колечко есть. Это что за трасса? М07, да? М07 трасса. Ну тут непонятно, груженный, да. Груженный в одну колейку, пустые в другую, наверное. Так, Ковель 57, Луцк 143, Киев 498 километров. Ну что, Филипп Андреевич, в добрый путь? У нас прямо как, как сказать, не традиция, а закономерность такая, что мы каждый раз с таможни, с украинской, польской, срываемся в 16, либо в 17, вот так примерно. Вот так и сейчас тоже, сейчас 17.30. Проехали мы каких-то 50 километров вот до Коваля, и на улице уже зима. Было сухо там на границе, тут уже снежок. И такое ощущение, что он с каждым километром, приближаясь к Киеву, все больше и больше. Рівненська область. Волынская закончилась на этом, да, получается у нас? Увага. Плюс Варанский район. Речка Стир. Тут снегом даже и не пахнет, что творилось на границе. Через 300 метров держитесь правее. Тут даже сухо. Все, мы поворачиваем в сторону. Раздельную. Одесса прямо, а мы едем на раздельную. Чукан. Срежем немножко. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Затем плавно поверните направо. Кучурган. Нам на Кучурган. Дорога, дорогие друзья, не самая подходящая. Вот тут еще и переезд закрыт. Thank you.
строго посередине, да? Пригнитесь. Ни вправо, ни влево, строго посередине. Строго. Проезжаем нейтралку. Таможня Первомайск. Колейка на приднестровской границе. А тут зерновозы, контейнеровозы. Вот даже американец там есть впереди. Это трасса Кучурган-Тирасполь. Едем в сторону Тирасполя. Тирасполя километров 25. Терминал таможенный недалеко находится. Сейчас тут будет... Готовьтесь, через 800 метров держаться левее. Да. Пост ГАИ, вот в Тирасполе. Через 300 метров держитесь левее. Затем на следующем повороте поверните налево. Транзитное движение через Тирасполь запрещено. Вот так вот. И мы в Тирасполь не заезжаем. Вот за заправкой. Берем налево. Держитесь левее. Затем на следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. По прямой еще пару километров. Вот так вот очень быстро мы доехали до терминала. На этом мы этот день закончим, потому что сегодня нас дни будут раздамаживать и выгружать тем более. Оказывается, это было не все, дорогие друзья. Мы только приехали, нас уже ждали, быстро нас досмотрели и едем на разгрузку. Фирма солидная. Так, лево ничего нету, едем. Вот впереди нас сопровождает. Toyota черный. Хоть Тирасполь покажу вам, понимаешь? Это смелее, Вига. Смелее. Суклею проехали и заехали в Тирасполь. Обратно едем на Одессу.